Спортсмены учат географию не по школьным учебникам. Интереснейшие места России ребята узнают на соревнованиях и сборах. Ярославская область, город Мышкин. Более 30 ивановских спортсменов приехали сюда, чтобы показать соперникам нашу школу кудо. Традиционный турнир на Кубок губернатора Ярославской области проходит в небольшом городке на берегу Волги уже 11-й раз. В этом году участие в нем приняли около 200 спортсменов из 10 городов России. Мы с вами отмечаем начало каникул удалецкой силой, техникой, которую вы приобрели вместе с своими тренерами за год. Сегодня я поздравляю вас с этим замечательным праздником. Желаю как можно меньше травм, как можно больше хороших эмоций боевых. И желаю вам хорошего, счастливого лета, где мы увидимся снова на тренировках и соревнованиях. После торжественного открытия действо переместилось непосредственно в залы местного дома культуры на татами, где и проходили бои. Тяжелее всего пришлось малышам. Поединки между представителями младшей категории обычно самые яркие и живые. Осторожность, присущая более опытным кудаистам, у детей отсутствует. К бою маленьких кудаистов готовят тренеры. Во время поединка главное не нервничать и выложиться на 100%. Я выиграл первое место, но мне случайно ударили в ногу, но я все равно бился. Меня поддерживал тренер, его зовут Сергей Алексеевич Лукьянов. Для родителей юных бойцов соревнования – это, наверное, больше испытание, чем для самих участников. Вообще мы всегда переживаем. Ну, не всегда все получается, бывают сильнее соперники, чем она. Ну, ничего, выиграем, это не наше первое, не последнее соревнование. Ивановские спортсмены не так давно уже прогремели на всю страну на чемпионате России. Так что наша команда завоевала авторитет Федерации кудо. Уже исторически сложилось, это очень сильная команда. Прекрасный тренерский состав. Но самое главное, что в Иваново, вот благодаря руководителю Ивановской Федерации Бухаде Исмаиловичем создана система подготовки спортсменов. Это четкая работа федерации, да, в которую входят клубы, абсолютная прозрачная деятельность тренеров. То есть создана система. Система всегда дает результат. Но сила не всегда решает исход поединка. Здесь наша команда столкнулась с судейским фактором. Многие удары ивановцев судьи будто бы не замечали. Я выиграл один бой, а другой мне меня не засчитали, мне очки не считали. Поэтому я проиграл. Я сильно бил, попадал в шлем, а другой почти не попадал. Почему-то ему отдали победу. Призерами в Мышкине стали трое ивановцев. Но отрицательный опыт соревнований – тоже опыт. Ребята должны понять, если потерпели поражение в битве, это не значит, что и война проиграна. Есть обида и родителей, и тренерского состава, но мы будем над этим работать. У нас небольшой судейский состав, ивановцы, всего двое сейчас представляют судейство. Мы над этим работаем, думаю, в дальнейшем, уже в течение года, мы это поставим на нужное русло, и наши ребята будут достойно выступать, и судейство будет тоже помогать с нашей стороны. Тренировки, тренировки и еще раз тренировки. В следующий раз, уверены тренеры, необходимо побеждать так, чтобы не к чему было придраться. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново, Мышкин.